Ну, не так. Всім привіт, це СпанчБоб. Ну, це СпанчБоб, і ми починаємо грати в ігру Don't Starve, ігру. Кстати, я не могу показать меню, потому что они пользуются вот такие стрелочки, там, то есть цифрочки. Они, их нету ни красок, никаких. И именно говорят, нам говорят, готовься к игре, сможешь ты выжить. Такая, кстати, игрушка, она недавно вышла, хотя мне пишется, что она должна выйти около, через где-то около месяца. Хотя в нее игра, я не понимаю, как так, иначе. Cold. Я не понял, что он сказал, бля, слишком плохо. И я в этой игре тоже не очень хорош. Так что здесь разбираться. Так, что ты нас делал? Камешек. Так, это мы будем собрать. Так, ну можно, блядь, не можем делать такие оружия тут. Ну, разберемся постепенно. Первая серия будет недолгая, хоть и времени не досек. Так, нам нужны палочки. Блин, как бы найти. Какое-то странное болото. Блин, а где мне нужно найти очки? Да, кстати, ты всегда нужно кушать. У нас есть безумие, если мы безумие не будем. Какие-то тени, которых не должно быть видео. И... Ах, ребята, я просто тороплюсь. Появятся какие-то тени, которые мы не должны видеть. Просто не должны. Ну ладно. Я знаю, где мы должны найти эти палочки. Так, я вспомнил, что я вспомнил. Сейчас быстро надо бежать. Вот эти вот на штуку можно найти палочки. Ручалочки. Да, мы еще, кстати, можем делать ловушки. Сейчас. Вот такие вот, да, но уже только еще немного стены. Так, ну для начала мы сделаем первое наше оружие, это топор. Топор, да? Да. Так, а теперь давайте пойдем попробуем сделать ловушку и покажу вам, как это делается. Так, быстро собираем. Скоро будет ночью. Не, давайте сначала сделаем костер. Так, как сделать костер? А будет костер. Так, чтобы сделать костер, что? Такой маленький вот фарпит. Чтобы его сделать, нам не нужно. Мы сразу его сделаем, потому что будем изучать мир. Так, давайте собираем. Ладно, давай, бей это дерево. Мы должны выжить. Нет, я думаю, бей. Так. А, все, у нас уже это есть. Так, нам нужно сделать кирку. Ага, нам нужно блока. Блин, нас бегает по миру, да, это быстро бегать. Берем это. Травы. Ладно, не важно. Ага, одни наши. Мы еще один найти. Уже скоро ночь. Какой мама. Слипник, кстати, да? В 5 утра, ну конечно. Тут сходит сказать, ночь не просыпается, а бывает тогда. Ай, блин, моя голова, я ночью это записываю. О, вот к этому лучше не подходить, вот почему? Блин, где эта штука? Ладно, ребята, так, создаем кирку. Давай, был. Так, все, ты у нас есть. Блин, строй, тихо, не влагай, ВПС. Слушай, ВПС. Ой, счетчик. Блин! Если камни, видим, столько камней есть. А, где камни? А вот камни. Должно хватит. Золото, важно. Нам сейчас главное знать, что успеть делать что? Успеть делать то. Так, быстро. Так, давай! Три камни. Я слышу, мы делаем, собираем камни. Тут мы выстрелим нужные вещи. Уже будет заказ. Быстро. И все камни, вот камень. Давай, тут мы сразу же построим. Так, давай. Так. Нет! Я не хочу сразу начинать умирать. Нет!
Бен, где все камни? Бен, где все камни? Вот скажите, вот почему вот, когда ты начинаешь чистый домик, я могу туда зайти? О, я даже не хочу туда заходить. Нет. Нет, Бен. Ват. Почему? Блин, где все камни? Как посмотреть? Тут есть карта. Тут нет ни одного камня. Вообще ни рядом нету вообще ни одного камня. Быстро надо бежать. Ага, вот один камень. Все, давай быстро. Копай его. Копай. Ну тут сразу же построим. Все. Блин, да тут давай строим. Все. Блин, а, хорошо, у меня есть дырка. Я еще на самом начале. Ууу, это что еще такое? Я убежал. Так, подожди. Так, чтобы сделать это, нам... Нет, уже не сбегаем. Блин, а придется сбегать. Давайте вот это пальнем. Пока еще не осталось самое глубокое ночь. Чтобы чтобы костер кидать. Просто собираем все. Нет, не собирай. Собирай. Собирай, давай. Пока еще не успею ночь. А, возьми топор, возьми топор, возьми топор, мой друг. Давай, давай, чуп-чуп-чуп, давай. Давай, быстрей. Быстрее. Так. Не знаю, можно найти, давайте, наверное, закончим серию. Не, вряд ли. Только иначе сейчас закончим. Ребят, это не очень все классно. Глаза, блядь, какого-то человека, посмотрите, что у меня с глазами. Так, беги. Так, давай, дай дерьма. А, блин. Блин, а как же уменьшить тут яркость? Ладно. У меня глаза болят от этого. Все, ночь. А ночь, как вы понимаете, если мы идем не так, это предел ночи, то лучше мы не увидим в доме. Действительно, ночь. Ребята, не понять, но будет очень плохо. Вы слышите? Вот эти звуки, вы слышите? Знаете, это предвещает вашу беду. Могу только догадываться, кого эти звуки. А уж, ребят, если я правильно думаю о том, кто злит эти звуки, то, ребята, вы сейчас очень плохо. Так. Что? Хайлаут, что такое? Шапки. Ага, у шайлаута будет тут. Ага, до этого шайлаута очень мало уже всего. О, все, быстро настала ночь. Ой, ночь, блин, утро. Давайте еще один день будем украдать. Так, давайте быстро что-нибудь тоже будем делать. Так. Ага, начинается убить какое-нибудь маленькое дерево и боя. Да, ну и это прям последним. У меня от нашей кипи, короче, ничего не остается, так что надо, конечно, последним срубить. И начинается. Нет, не надо, что это закончится, должен быть. Так, хватит внимания. Успеешь, да, успел. Все, можешь посмотреть эту штуку, она вам еще очень пригодится, проверяйте меня. Идем, идем на шестые зоны. Это уже будет, можно больше не другаться. Хорошо, пока оставим. Пока оставим. Так, где? Где? Мэп, ага. Вот тут, там сюда. О, морковка, морковка, это хорошо. А, давайте пожарим. Да, да, о, мы уже очень много бежим. Давайте пожарим морковку. Да, он тоже жарит. Хотя мама рассказывает, не понимаю. Просто... Чё? Оу, если даже не... Ау, он чё, жёг это? Ну, а, фаер, он тоже будет жить? Ну, не должен, в принципе. А, да, кстати, если будем брать... Цветы, вот эти цветы, вот которые я и не есть их, а просто вот мне даже стоит, да? Взяй и вас улучшается. Прямо это цвет, а если мы сидим, то ничего не будет. Так. А, да, ты еще не должен.
Так, ладно, давайте ставим эту штуку здесь. Так, ну, давно. Так, это такое дело. Так, давайте быстро попробуем сделать ловушку. Так, чтобы сделать ловушку. Вот, чтобы сделать эту ловушку. Так, все, мы делаем типа ловушку. Так, ставим это сюда. И ставим это морковку. И вот так покрывать так вот. Видите? Давай, Что мы сделаем? Давайте потом пойдем пожарим. Так, я посмотрю, что там. Давай, мы сладкие, давай. Это морковка. Посмотри, видишь, там морковка. Вот так тебе и надо. Ничего тут делать. О, ничего живое. Можем его выпустить. Так, он будет так, типа, бухать. Ладно, так, давайте, типа, что еще можно взять? Нет. Не жарено, но должен так взять. Кстати, да, и мы сейчас еще сколуете. Причем будет держать так. Блин. Не знаю, как это показать, что будет. Ну, короче, что будет? Должна быть какая-то птичка и что делать. Давай, быстрее, никто не будет. Ладно. Я скажу вам, какой результат будет завтра. Блин, хватай это. Руби ради всего святого. У меня аж нету доска для того, чтобы взять пожарить мясо, блин. Нету ничего, чтобы развести огонь-то, блин. Так, еще. Давай, собирай это. Давай, еще вот это, давай, все. Вот вы видите, вот это вы сейчас видите, вот это вы сейчас видели. Здесь еще было, да? Только почему-то штука не закрывается это. Эй, моя ловушка, блин! Мою ловушку! На. Так. Ага. Хитро. Но мы не расстраиваемся. И расстраиваемся. Тихо. Давайте. Пойдем. Пока мы будем заедем к нам открывать. Я покажу, как это будет. Как только на записи, как только я пришла эта штука. Открываю. Походу, не знаю, сварить либо. Прости, мой зайчик, прости. Ладно, ребят, еще могу проэкспериментировать, хочу посмотреть, что будет. Здесь
красные очки, психически он даже. Посмотрите на эту квадкройка. Беги отсюда. Так, давай, я открываю мата. Все, давайте мы его выпускаем. Хотя пока не было записи, покушал немного, и у меня проблемы с желудком. А, он будет бежать. Так, я сейчас... А, что это? Сейчас, давай побежаем. Куда? Семечки. Съедаем. Так, теперь я должен взять это. Много тут удалим. Так, ладно. Давай, всем пока. Да, был Спанч Боб. Делился с ним, к сожалению. Я был пока обустроен. Я думаю, я не буду сейчас никого убивать, никакую книжку. Я сейчас буду просто заметки не веду, чтобы, так говоря, я пошел. Ладно, ставьте лайки под это видео, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. С вами был Узнать, кто Спанчбоб. И, наверное, всем пока. Конец третьей игры. Мы могут это сделать даже начало, но я даже не помню. Да, я подумал, что это нельзя. Мне это нужно показать. Если вы думаете, что я ничего не сохранилось, то, ребят, вот, адвентура моя, все хорошо, у меня все работает сандбокс, я нажимаю вот имя и рестарт, и мне показывают такое. Ладно, тогда уже поляну, всем пока, все, пока. И это...